Ну а в микрорайоне Мещерское озеро в день города из-под земли вырвется великан. Мы не сошли с ума, это на самом деле так. В честь праздника там появится необычная скульптура. Подарок нижегородцам от Венгрии. Рабочие уже приступили к ее сборке. Высота скульптуры около 7,5 метров, ширина 21 метр. Это гигантский человек, вырывающийся из недр земли и с удивлением разглядывающий, что происходит вокруг. В Нижний Новгород монумент, кстати, называется он «Прорыв» или «Разорванный», доставили по частям на нескольких фурах. Первый такой гигант появился в Будапеште в октябре прошлого года в рамках ежегодной художественной ярмарки. Там он имел большой успех. Ну а в столицу Приволжья привезли его копию. По словам строителей, при возведении этого сооружения никакого вреда окружающей среде не причинят. Он символизирует свободу. Эта свобода выражается в том, что ты можешь делать то, что ты хочешь, и когда хочешь.